хотите, чтобы ваша страница ВКонтакте преобразилась каким-нибудь красивым фоном, то качайте Arbitrum браузер. Тут вы сможете найти разные фоны для контакта. Наушники разные, тут, короче, много красивых и по разным страничкам здесь вы сможете найти свой. Ну, а я перехожу к своему видео. Привет, мучачасы, с вами Арсенор23, и сегодня я посмотрел то, что над вторым выпуском про обзоры разных игр здесь ВКонтакте набралось 8 просмотров, и я решил сделать третью часть. И сегодня я буду делать обзор на игру вот это, «Нашествие ходячие мертвецы». Вот такая вот у нас пугающая уже песенка в начале, точнее, мелодия. И вот мы появляемся в такой вот странной комнате. Вот я уже тут на самом деле подкачался. И у меня, я уже так вот выгляжу, у меня тут оружка всякими прицелами, фонариками. Тут, так, я вырублю, пожалуй, и музыку, и звук, чтобы меня было слышно. Это вдруг, я там не знаю, вдруг слышно ее или нет. Ну так вот, я тут уже подкачался, давайте приступим. Здесь у нас разные задания, но это понятно, это самое простое. Здесь вы заходите, там выполняете. Но я вам расскажу сейчас чуть попозже, как. Тут у вас энергия, это у вас денежки, это у вас такие как монетки очень ценные, это я не знаю, а, на эти жетоны можно выменять всякие штучки, а это у нас, я уже забыл, что это, спички сейчас роскошь, а, спички сейчас роскошь, береги их. Ага, понятно, значит, хотя понятно, что ничего не понятно, зачем они. Так, это у нас, здесь сообщения будут приходить. А здесь мы можем выбрать комнату уже. Такая есть, такая, 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 такая. И самая обыкновенная. Вот тут мы можем испытать удачу. Просто тыркаем сюда, и здесь у нас что-нибудь открывается. Здесь у нас можно вступить в какой-нибудь клан. Или здесь у нас будут уже приглашать. Так, здесь у нас есть, можно выйти в город и тут что-нибудь сделать. Задания всякие, просто так выполнять. Также можно, у нас тут есть магазин, у нас тут есть шлемы разные, броня, футболки, оружие, штаны, обувь, разные, перчатки, очень, короче, много всего. Давайте я, пожалуй, пока что куплю, а, нет, так дурацкий выгляжу. Давайте тогда... Я вам покажу вот профиль. Это наш профиль. Тут мы можем прокачивать разные штучки. Урон, жизнь, выносливость, нам удача всякая. Вот. Здесь мы, короче, можем себя прокачивать. А здесь у нас мастерская. Здесь мы можем апгрейдить свое оружие. Не знаю, почему мне здесь показывается, потому что это надо одеть. У меня уже, хотя уже это одето. Ну вот, тут еще можно будет дальше открывать. Но я пока что на прицелы и под ствол открыто. Вот. Сейчас я вам покажу, как выполнить какое-нибудь задание. Энергичный. Потратить 50. Ага. Сейчас потратим. Ух ты. Сейчас мы потратим 50. Тут, короче, вот такая панелька открывается, здесь мы можем делать разные задания, точнее, выполнять. Так, надеюсь, что мы выполним все. Энергетик 2. О! Давайте, я хочу выполнить то задание, если не выполню, то да ладно. Все, недостаточно энергии уже. Ну и все. Ага, мы выполнили. Ну вот. И так вот у нас выполняется, вы сюда тыркаете, и там идете уже по заданию. Вот, в принципе, игрушка неплохая, очень прикольная.
Вот, в принципе, все, что я хотел вам в этой игре показать. Больше тут уже нечего. Это все ее запускайте, играйте. Это. Ну, а я с вами буду прощаться. Если вы впервые на моем канале, то поставьте лайк, подпишитесь на канал, если вам, конечно, нравятся мои видео. Ну, а с вами была Сиена23. Всем удачи, всем пока.